И в начале о главной новости к этому часу. Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией. О том, что эта мера вступит в силу с 1 января, объявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Напомню, без виз граждане обеих стран пересекали границу с весны 2011 года. До этого много лет существовал упрощенный порядок въезда. И вот теперь действие соглашения приостанавливается. По словам министра, решение принято в связи с террористической угрозой. Россия весьма и весьма озабочена нарастанием террористических угроз в Турецкой Республике. Это прямо связано с безопасностью Российской Федерации и наших граждан. Через Турцию налажен трафик боевиков в различных направлениях. И в этой связи принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы приостановить безвизовый режим, который сейчас действует между Россией и Турецкой Республикой. Это решение вступит в силу с 1 января следующего года. Это не надуманные угрозы, это угрозы вполне и вполне реальные. Мы со всей ответственностью сообщаем об этом российским гражданам. Ну и добавлю, что если Турция, в свою очередь, примет, как это называется на языке дипломатии, зеркальные меры, это создаст дополнительные сложности для местного бизнеса в сфере туризма. Не секрет, что многие выбирали для отдыха именно Турцию, в том числе потому, что она относилась к так называемым безвизовым направлениям. Эту страну только в первом полугодии 2015-го посетили более миллиона россиян. Доходы от наших туристов составляли миллиарды долларов.